Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Сегодня хочу показать колеусы. Вот мне кажется, сейчас очень прям хорошо видно их окрас. Вот поглядите, какая яркость и насыщенность вот у этого колеуса. Вот на самом деле вот такой у него окрас сейчас есть. Поглядите, какая красота, какая насыщенность, яркость такая прям. Вот у этого колеуса тоже поглядите. Вот название я не знаю. Вот такая, такой насыщенный цвет, бархатный такой. У него темно-бордовый цвет, и вот прожилочка идет такая розово-малиновая, что ли. Вот, а концовка зелененькая. Очень шикарные колеусы. Они меня так очень радуют в это зимнее время. Вот. И здесь поглядите, вот какой у него насыщенный цвет у этого колеуса. Поглядите, какая яркость. Вообще, прям краски такие. Все-таки я раскусила, как вам сфотографировать лучше. Это вот колеус русский размер. Это черенки, которые мы с вами сажали. Вот. Окраса, конечно, еще нет у него такого. И вот колеус тоже, который мы с вами сажали, черенковали. Вот. Вот такой у него окрас. И вот посмотрите. Вот никак не могу. Или это алатар, или как-то по-другому называется. Поглядите, какая насыщенность красок. Вот сейчас я другой поверну. Вот поглядите. У него середка салатовая, такая зеленая прям. Потом края идут желтые. И как будто окрас, извиняюсь, и как будто окрас этот как распыляли прям. Очень красивый колеус такой. Вот такая красота. Я, конечно, вам, наверное, уже надоела со своими колеусами, но я все хотела вам показать, какой настоящий у них окрас. Потому что камера не показывала ту яркость и насыщенность красок колеусов. Но здесь все-таки я ухитрилась. Это вот, поглядите, тоже колеус. Поглядите, какая у них расцветка. Вот как настоящие, вот что. В стаканчике он у меня стоит. И вот сейчас на камере смотрю. Точно такой же окрас. Поглядите, какая красота. Это вот дракон. Это вот у меня сегодня начеренковала их дракона. И вот этот колеус. В стаканчике стоят с водой. Сегодня черенковала. Буду ждать, когда корешочки пустят. Уже горшочки им купила, все. Но куда оставить, конечно, я еще не придумала. Но придумаю. Поглядите, какая красота. Ну, как не любить вот такой красивый цветок. Сколько красок в них, сколько насыщенности, яркости. Это же прям вообще. Вот у кого в саду полутень такая, не сильно много солнца. Это ж какой колор будет вот этих окрас. Окраски этой. Яркость и насыщенность. Вот. Вот такая красота. Ну, название я, конечно, не знаю. Я все время говорю, кто знает название колеусов этих, подскажите, пожалуйста. Потому что мне тоже интересно,
Какой вот колюс? Этот, может быть, и визард какой-то. Не знаю я. Очень много еще колюсов у меня начеренковано, что сегодня черенковала. И ажурный колюс, и всякие разные. Надо начинать пересаживать в горшки. Вот такая красота. Ну и все. Всем желаю крепкого здоровья, хорошей солнечной погоды, хороших крепких растений, хороших всходов. Всего доброго и до свидания. Встретимся на моем канале. До новых встреч. Пока-пока.